Привет. Хочу показать, как можно сделать, ну, один из способов, как можно сделать двойные и тройные потолки, как сделать потолки с шипами и как сделать фундамент с шипами, да, кто не знает. То есть здесь на примере стандартной кибитки 2х2 маленько оттягиваем фундаменты, но делаем минимальный зазор между ними и чуть-чуть фундамент поднимаем. Ну, под размер шипов, так, чтобы они из-под крыши торчали, да, то есть это не даст возможность противнику залезть на крышу и рейдить через крышу, потому что как только он поставит там лестницу и заползет туда, он наткнется на шипы и нокнется. Еще такая, как сказать, такое условие, да, чтобы как можно крепче все это было, потолки ставить отдельно на каждую стену, понимаете, да, если прикрепить потолки к одной стене, соответственно, они там взорвутся четырьмя бобовками, либо стена просто снесется, весь потолок рухнет, либо все потолки просто покрошатся, а так придется каждый потолок бомбить отдельно. Ставим шипы, соответственно, чем больше шипов, тем лучше, да, и стараемся прижимать их к краям. То есть вообще не дать возможности противнику залезть на крышу. Здесь у меня маленько криво получилось, но для этого примера нормально. Да? То есть можно чуть-чуть пониже крыши ставить. Видите, да, как торчат шипы. Вот это не даст возможности противнику вообще по крыше лазить, бегать и так далее. Он мокнется сразу. Вот. Ну это маленько корявая такая версия. Ну, чтобы было просто понимание, потому что были такие вопросы. А тут как бы ничего сложного. Фундаменты тут маленько посложнее, потому что надо сразу либо найти ровную поверхность, либо как-то поднимать шипы, да, либо, как сказать, на подъеме, чтобы они всегда были в верхней точке, чтобы они торчали из-под фундамента. Ставятся они элементарно, то есть ставим шипы на землю и на них уже ставим фундамент. Чем, хотя это будет незаметнее, также делают ловушки и всякие такие дела, тем будет лучше. Что это дает? То есть, когда шипы просто стоят на земле, их можно сломать отдельно, там даже дубинкой, ну чем угодно, их можно разломать. А если мы на них поставим фундамент, то шипы не сломаются, пока мы не сломаем фундамент. Вот что это дает. То есть тем самым можно продумать хорошую такую оборону, защиту, либо ловушку, да, и даже фундамент апнуть там до МВК, и вообще это будет невозможно. То есть невозможно никак разломать эту, ну, возможно, но очень сложно, да, скажем так. И как бы фишка всех домов, чтобы они были как максимально непредсказуемые для рейда. Все, спасибо.